Ребятки, всем привет! В этом выпуске вы увидите Secondhand Patrol, но не совсем в стандартном формате. Это связано с тем, что в субботу я пошел на Secondhand после всех, посмотреть, что же осталось из одежды, что люди не взяли. И я взял довольно-таки огромное количество хорошей, качественной одежды. Сейчас я вам ее всю покажу, но, к сожалению, я не взял с собой камеру, чтобы все это снять. Думал, что там ничего не будет, но я очень и очень сильно ошибался. Предлагаю не тянуть время и сразу же перейти к обзору вещей, которые я взял. Итак, поехали. Первая вещь, которую я взял, это вот такой вот лонгслив от Adidas. Три белые полосочки на черной кофточке. Размер по бирке идет XS. Логотип вышитый, очень и очень крутой лонгслив. У кого такой размер, пишите, реально годная вещь. Такая же у меня была раньше на личной полке. Так, вторая вещь, которую я взял, это вот такой вот ветряк от DNF с логотипом вот тут спереди, с логотипом вот тут сзади. Технология Gore-Tex, линейка Summit Series, винтажик. Приятный такой вот цвет хаки переходит в черные плечи, сделан тоже как нупсик. Очень и очень крутая ветровка, размер идет ML. Далее мне удалось взять винтажную ветровку от Nike. Вот такой вот Big Logo находится спереди. Получается... Коллекции, по-моему, если не ошибаюсь, 90-х годов. Размер по бирке идет у нас L-ка. Вот, очень крутая ветровка. Также есть вушек вот здесь. Вот, кого интересует, пишите. Так, дальше по курткам. У нас вот такая вот куртка от Jack Wolfskin King. Единственное минус, что у нее нету капюшона, к сожалению. То есть он отстегнут. Присутствует тут нагрудный кармашек. Вот тут вот лапка. Цвет такой приятный хаки, переходит в черный, чем-то похоже на ту ветровку DNF, которую он только что показывал. Размер по бирке идет S-очка. Она внутри утеплена флисом и пухом. Вот, то есть довольно-таки теплая демисезонная куртка. Далее у нас уже идут кофты. Первая кофта это такой вот худи от Levi's. Очень и очень крутое. Размер идет S-ка, но по факту это чистая M-ка. Большое лого, напринтованное так, чтобы принт не лопался и не слезал. Далее у нас идет всеми любимая кажуальная классика Олимпийка от Фред Перри. Веночек, беленькие лампасики, небольшие вот нюансы есть на самих лампасах, как мелкие клоцки, но их почти не видно при носке. Вот, очень и очень крутая Олимпийка, размер SM, винтажик. Дальше у нас идет из новой коллекции вот такая вот Олимпийка от Фред Перри, зеленый веночек, зеленые вставки. Вот такие вот розово-зеленые лампасы, очень круто сидит по телу. Сначала думал, что это будет смотреться как-то ущербно из-за розово-зеленого цвета на темно-синем. Но это выглядит просто сказочно, очень и очень крутая олимпичка. Размер по бирке M-ка, так он и идет, на чистую M-ку. Далее у нас идет вот такой вот свитшотик от Adidas, большой прорезиненный логотип. Синий, белый и серый цвет, размер идет XS, очень и очень крутой свитшотик. Кого интересует, пишите, реально вот советую такую вот вещицу вам на личную полку. Далее у нас идет последняя вещица, это вот такая вот олимпийка, как, даже больше, наверное, харик от Champion. Вот такой вот логотип, написано 1919, замочек. Вставочки присутствуют до такого темно-синего цвета. Размеры по бирке S-ка, по факту можно также попробовать его и на M-ку. Манжетик снизу, манжетики на рукавчиках, очень и очень крутая вещица. Ну и в принципе я так думаю, что на этом все. Хотя нет, еще у нас есть вот такая вот футболочка от Tommy Hilfiger, которая мне также перепала в мои руки. Размер идет по бирке подростковый 16-18 лет. Получается, маленький логотип находится вот тут вот. Очень и очень прикольная футболочка от Tommy Hilfiger. И также я еще взял две вещи женские. Это получается топик от Elis черного цвета. И взял еще футболку Levi's. Но я их уже отдал своей девушке на личную полку. За них уже как бы не было смысла вам что-то рассказывать. В принципе, на этом все. Все вещи, которые я взял, я вам показал. За них я отдал примерно 1300 гривен. Вот так вот. Это связано с тем, что я пошел в субботу как раз на свой день рождения, у меня была скидка 7%, плюс у меня 10% со студенческого и 15% не выпало с купона. На этом все, буду с вами прощаться. Спасибо всем огромное за просмотр данного видеоролика. Если вам понравилось, не забывайте ставить лайк, подписываться на канал, включить колокольчик, чтобы не пропускать мои дальнейшие выпуски. До новых встреч, пока!